Чайшая весовая категория. Жиенсбек Курманбекулу против Кошена Аканова. Седьмой бой на турнире Найза 53. Бишкек встречает бойцов овациями. Ну а теперь наступает тишина. Все ждут первых действий. Такое ощущение, что готовы влететь буквально, да? Ну так, стартовать лихо эти парни. Да, да, да. Но... И сразу динамично бой начался у нас, да? Раздергивают друг друга, смотрят. Курманбекулу двигается, легко двигается, смотрит, не дает подойти к Кошену Аканову. И уже отлетает сейчас Жиенсбек. В попытке защититься. Да, неплохой джеб в живот в исполнении Кошена Аканова. Лоу-кик. Во внутреннюю часть бедра попадает Кошен Аканов. Да, все раздергивают, раздергивают Курманбекулу. Такое ощущение, как будто свою дистанцию пока Жиенсбек не может найти, а вот для Аканова наоборот. Да, вот пока что... рычаги подлиннее. Да, 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 да. Пока что просто двигается, не наносит ударов, хотя нужно действовать. О, хороший мидл. Но поймал Кошен. Поймал, прижал к сетке. Сейчас, скорее всего, будет попытка тейкдауна. Такую подсечку пытается сделать. Нет, разворачивает. Причем в противоположном направлении Жиенсбека. Да, и зафиксировался сейчас в позиции гарда. Нужно пытаться Курманбекулу встать. Пока что свежий. Пока есть такая возможность встать. Блокирует, пытается выхватывать руки Кошен Аканов. Да, прижимает плечом к сетке, нейтрализует, да, вот. Рычаги. Одну ногу уже вывел. Да, 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 да. Сейчас будет пытаться вытащить вторую ногу. Пытается вытащить вторую ногу. Скорее всего, это получится у него сделать. 3 минуты до конца первого раунда. Кошен Аканов против Курманбекулу. Цепляется за эту возможность, цепляется, но Аканов продолжает. Он разворачивает то в одну, то в другую сторону. Но пока что и Курманбекулу, да, хорошо вяжет. Пока что просто вот контроль, без действий идет. Курманбекулу связал руки Кошена. Не застаиваются при этом бойцы. Да, сейчас, скорее всего, получится вытащить руки свои у Кошена. Первые удары по корпусу. Засаживает в ребра дважды. Аканов. И теперь оттесняет. Нависай на нем. Да. Пытается обойти. Тренеры. Гард. Обходит. Сайд-контроль выходит. Нужно зафиксироваться. Ну и вспомните, как завершались предыдущие поединки Аканова. Из фулл-маунта. Из бэкмаунта. Да, сейчас будет пытаться забрать спину, что и удалось. Да, и может быть даже на удушение он выйдет сейчас. Да, выходит на удушение. И, возможно, сейчас все будет... И сдача! Аканов Кошен! Fighter of the blue corner, Кошен Аканов!